Акционерное общество «Молдовагаз» заявляет о мошенничестве и призывает не переводить деньги. Компания заявляет, что не имеет никакого отношения к якобы государственной микроинвестиционной программе и возможности получения дохода, которая продвигается в социальных сетях Молдовы. В официальном заявлении «Молдовагаз» говорится, что подобные сообщения являются мошенничеством. Эти сообщения являются ничем иным, как мошенничеством и аферой. О них уже сообщили правоохранительным органам. АО «Молдовагаз» призывает физлиц и предпринимателей игнорировать упомянутые выше сообщения и ни в коем случае не переводить финансовые средства на эти платформы, пишет «Молдовагаз». Ранее глава компании Вадим Чубан заявил, что стал жертвой мошенников. В опубликованном в соцсети видео он говорит, что неизвестные использовали его имя, фотографию для обмана граждан, пока виновные не найдены.